Алина Горнатько и Марина Лобач. Вместе. Внимание, последнее выступление Марина Лобач. Потому что есть в этой композиции такие уникальнейшие элементы, которые хотелось бы увидеть вновь и вновь. Дорогие друзья, есть такие моменты, и мы увидели их вновь и вновь. И давайте громкими аплодисментами приветствовать олимпийскую чемпионку Марину Лобач и олимпийская золотая медаль Сеула. Марина Лобач, олимпийская чемпионка и ее ученица, которая сегодня повторила это золотое выступление на Олимпиаде в Сеуле. Давайте аплодисментами поприветствуем Марину Лобач, ее ученики, участники гала-представления, конечно, цветы от учеников. Ну и, конечно же, вместе с именем Марины Лобач мы обязаны назвать имя ее тренеров. Ирина Юрьевна Липарская и Галина Александровна Крыленко. Тоже сегодня на этом юбилее завоевания олимпийской золотой медали. Галина Александровна, Ирина Юрьевна, мы приглашаем вас сюда вместе с Мариной насладиться этими овациями и этой атмосферой, когда весь зал, весь дворец художественной гимнастики